Привет, Хаммерс. Пес. Песочек. Что такое? Рома спит. Рома. Видишь? Удали дальнобойщиков. Не тебе, говорит Фростаха. БМ бы с критами как нарезал. Ну, у БМ где-то плюс 30% урона криты дают. По одной цели. А сплэш работает 90% урона по всем, кто вокруг. То есть для массы... Конечно же, Питлорд значительно эффективнее, чем Блайт. То есть появляется первый же юнит под сплэш. Уже криты меньше урона наносит. Челлендж на свист. Взяли. Что там? Давай уже играй. Давай, 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 говорю. Фальшивит. Низит. Последняя нота была низкая. Ну чё, я слышу. Призыв завершён. Так, респ у него не такой плохой. Сосед под боком, под рампой. Возможно, второй зиггурат нужно поближе к нему построить. Возможно, сразу надо было это делать. Не уверен. Чего желает мой повелитель? Да свершится. Но я послушаю потом. Завершён. Исполню с радостью. Черт, плохо сделал. Это сначала же финда заказать, потом же зиггурат. И второй зиггурат рискованно на отшибе строить, потому что... Оригинал песни. Спасибо, Саня. О, Monkey Island. Ей. Давай хотя бы так поставим. Магазин левее, потому что он подставится тоже. Будут проблемы. Надо посмотреть, что за противник здесь. Какая раса, какой никнейм. Время пришло. Во имя неба. Джонни Ф. А Джонни Ф это случайно не... Кто меня звал? Нет, вряд ли это тот самый Джонни. Знакомые, знакомые написания никнейма. Стинкером. Давай как гульк переведем. Фростаха поддержал ваш канал на 100 рублей. Привет. О, голосовое. Да ты что? Хорош. О, патма. Слушайте, патма за андедов это уже хороший бонус, потому что арба оранжевая. Убил. Ампер чуть сразу ливает. Как-то так произошло, интересно. Ой, там жук подходит. Скакали. Нужно действовать. Мы готовы нанести удар. Вперед! Я готова. Так я и думала. Доверься мне. Я бы еще одного финда заказал для того, чтобы как-то было попроще с крипингом. Хотя мне кажется, это лишнего. Давай лучше сначала грейт, а потом уже финда. И мне кажется, не арба, а именно сова
для того, чтобы проще было. Мы готовы нанести удар. Богиня согласна. Почему я скелетов не, не воскрешила? Не воскресила? Не поднял, точнее. Ну, для того, чтобы арба не пи... Нужно действовать. Я готова. Я жажду служить. Нужно действовать. Блин, да как так-то? Доверься мне. С этой к зверям. Посредственный для меня артефакт. Ну, очень назойливый эльф. Сделай выбор. Нужно действовать. Почувствуй гнев луны. Я готова. А, в центре уже там во все движуха идет. Я не хочу туда идти. Мы готовы нанести удар. Я жду. Нужно действовать. Повинуюсь. Я готова. Доверься мне. Бей! Я и думал. Мы готовы нанести. Призыв завершен. Нужно действовать. Мы готовы нанести. С приоритетом Грейда на атаку. Да, тут еще орк с нагой. Но в целом меня вот этот эльф беспокоит. Точнее, не беспокоит, а привлекает, так скажем. Своей, во-первых, агрессивностью, во-вторых, возможно, не очень высоким уровнем. Возможно, не очень высоким уровнем игры. Атма у нас уже третья. Плюс 6 урона, плюс 20% урона стрелкам. Я все равно тыкну Т3. Я готов. Богиня согласна. Как только будет опция. И, возможно, отменю даже финда сейчас. Чтобы мне хватило и на второго героя, и на все, на все, на все, на все. Сейчас посмотрим. Где прольется моя кровь? Улучшение завершено. Они хвалят все равно. Ладно. Гульку третью сделал, несколько поздновато, чем должен был. Можно попробовать его вернуть домой. То есть прийти и по... Там снести ему какую-нибудь лорницу строящуюся. Ага, у него протектор, понял. Я готова. Кто меня звал? Доверься мне. Да, но он уже сзади. И может убить пару финдов. Если бы он фокусил, то, конечно, убил бы. А так он очень безмятежный, конечно. Второй герой, это три обязательно. Сколько там нужно тебе? 230. Личевка. Личевка хороша. Оба героя получаются не очень плотные. Во имя богини. Нужно действовать. Я готова. Ой, зря он сюда идет. Приказывай. Мы готовы нанести удар. Богиня согласна. Нам нужно больше нанести. Нужно действовать. Я нужно действовать. Мы готовы нанести удар. Ты куда? Мороз, блин. Зачем я здесь сражаюсь с ним, а? Кто бы знал. Два финда на одну арчу. Охренеть. При том, что он как бы не очень хорошо контролил. Регинимся, делаем следующий тир. Доверься мне. Мы готовы нанести удар. Мы готовы нанести удар. Додавливать его надо будет. С арбой, со вторым героем. Делаю второй грейд на атаку. Т3
Так, за копкой погнали, дальше его убиваем. Я готова. Убрали регенерацию. Мы готовы нанести удар. Твоим услугам. Нужно действовать. Говори, приказывай, сделай. Жалко, арбы нет. Вообще. Улучшение завершено. Я готова. А, уже? Нифига себе. Ладно, побежали за арбой. Все, погнали, сейчас два грейда на атаку. Не, сделаю третьего героя все-таки. Вот сейчас будет уходить палыч. Вот она. Делаю зиггурат, но ориентировочно не буду выходить из лимита. Янвер еще ливнул, который слева ориентировочно был. Такой фокус дикий. Посмотрим, что за следующий герой там. Бладмейдж, ну что за... Где нормальный танкующий человек? О, нет, ну... Да, Бесса, ну хорош, сама же выбрала такую судьбу сейчас. Я пытаюсь схайдиться, чтобы он там... Чтобы со мной не сражался он. О, Елаяр, со мной только не поздоровался, жопа. С ушами. Третий грейд на атаку. Жалко, что медленно убиваю человек. Во-первых, мани, во-вторых, поздоровался. Да? Ой. Ой. Пардоньте, пардоньте, не заметил. Короче, НН надо кастовать. Врайн тоже того. Очень медленно. Сейчас три грейда на атаку будет. Скоро третья аура будет. Очень хороший урон. Ну... Нужно действовать. Я устал от праздной болтовни. Нужно действовать. Исследование завершено. Мы готовы нанести удар. Я жду. Я готов. Исследование завершено. Плюс 20 урона. У тебя прозрение. Нужно действовать. Проси, что хочешь. Так я и думал. Мы готовы нанести удар. Джонни впишет ГГ. Хорошо. Выхожу из лимита, чтобы базу поставить. Личевку получает следующий.
ставим базу, сразу же надо будет на второго идти, потому что у него не такая серьезная была армия, и герои по уровню тоже. Вышел Акалит, Некрополь, сразу шахту, и заказываем еще четырех Акалитов, надо подумать еще над... Да нет, Шейда нам не нужна, просто вызываем сову, проверяем, кто рядом, проверяем, кто на красной точке. Видим, что здесь есть еще арчи хайдятся. Ага, и Сира как раз своего соседа убил. Вызываем, чтобы убить арчей. Делаем грейд на... Далее проверяем красную, центральную, скорее всего, уже трогать не будем. Опа, очки! Что такое? Что это такое? Не понял. Откуда он здесь? Ну да, тут закреплено все. Ну и надо, на мой взгляд, идти как раз на Хумана. Просто у него одна... Ну, Бес, ну хорош, ну... Ну, я тебя прошу. Тут не доконтроливает довольно серьезным. Алхимик у него подтормаживает. А, нельзя так сделать, да? Патма умерла? Да ладно. А чё я так опрометчиво-то? Да, Бес, ну хорош, ну. Ха, умер всё-таки. Посливался я хорошо сейчас. Проси, что хочешь, к твоим услугам. Сира тоже ливает. Так, ну давай, ты сюда. Как насчет гарка вермов? А мне финды не нравятся, учитывая, что у меня земли нормальной нет. Лучше в воздух идти спокойненько. Ну, есть лич, есть рушат аура. Опять же, этот, как его? Бесса. Ну ладно, я тебя открою, что ты не опыт. Пойдем, быстрее. Сидит такая уже, устала мяукать. Так, то есть у нас две базы еще, кроме Сировской, есть еще другая база. Восстанавливаем раз героя, восстанавливаем два героя, делаем здесь нычку, делаем справа нычку. При этом у нас есть проблемы с ресурсами. Всего две базы, и нужно много инвестиций и для перехода в гарк. И для того, чтобы, ну, поставить для начала вот эти вот две базы. К твоим услугам. Проси, что хочешь. Так, ну вот в целом третья нова, третья аура и подгарка под вермов. Мне кажется, это весьма и весьма
Такой толковый расклад. В путь. В путь. Атму тоже надо затаривать, причем скорее на плотность, чем на урон. Что главное, чтобы она жила. Это важно и для Лича, и для Бладмейджа, и для всей оставшейся армии. Я бы вызвал Савунью. Орк, возможно, здесь базу поставил. Нет, он не знал, что там убили человека. Чего желает мой повелитель? Здесь мы натихонечку идем в сторону. Так, а Эрмакс чем? Эрмакс как раз убивается финдами. Виверны непонятные. Сакрифайшл чисто, чтобы пройти. Я готов. Проси, что хочешь. Пройти дальше. Призыв завершен. Жизнь замерзула. Нужно действовать. Ну, по вермов имеется в виду. Призыв завершен. Проклятые ждут приказа. Не, он очень слабенький по составу армии в данный момент. Исследование завершено. Я готова. Проклятые ждут приказа завершен. У меня тоже 60 лимит, это несерьезно. Сейчас двух баз, я думаю, мы справимся. Ну, он героев восстанавливает. Не, да, поехали. Он восстанавливает героев. Он с кем там воевал. О, вот это, кстати, хороший момент. Никого не теряем. Хорошо. Все, можно гарк дальше делать. Ставим здесь базу. Делаем верма, отказываемся от финдов постепенно. Ну, только когда орка встретим, там тогда будут проблемы. Ну, орка имеется в виду с хорошей экономикой, а не как Эрмакс. Он явно тут с кем-то сражался. Надо не забывать сову вызывать почти по КД. У нас с вами очень много маны. Сейчас смотрим на количество бабла, быстренько в центр мечемся. Перемещаемся. Здесь Роди с Тауреном, с Димой и с Козлом. Трындец, какие жесткие-то у него. По типу героя прекрасные просто. Плохо, что они низкого уровня, но в целом... В целом, сами герои очень классные. И Ричник тоже с кем-то воюет. Ой... Блин, там еще... Еще надо валить отсюда. Ну, паладин, Таурен, Архмаг, вы серьезно? Паладин, Таурен и Архмаг. Во имя богини. Мы
Это сочетание просто безумное. Неубиваемый абсолютно Таурен. Я поклялся служить тебе в прозрении. Призыв завершен. Нужно действовать. Приказывай. Где-то рядом. Я готов. Мы готовы. Склоняюсь перед твоей волей. Это дикие люди. Дикие просто. Призыв завершен. Но все равно мне нужно как-то... Доверься мне. Сделай выбор. Призыв завершен. Есть неплохая аура. Тауреновская. Мы готовы нанести удар. Мы готовы нанести удар. И ботинки нужны. Всем. Нужно действовать. Призыв завершен. Аура-то у меня нет. Служить не разу. Проклятые ждут приказов. Я готов. Мы готовы. Вампиризм тоже вроде как нужен. Я устал от праздной болтовни. Проклятые ждут приказов. Ну, для гарг, для тех же. Нужно действовать. Нужно действовать. Надо избавиться от гулек. Взять себе шедером, пусть с выходом из лимита, но взять шедера, взять гулик, сдать их. Я готов. Нужно действовать. Ну и гарг достраивать до нужного лимита. Дальше думать, кого убивать. Нужно выбрать жертву, которая наиболее уязвима, наиболее простая. Посмотрим сейчас на Родим. Его мейн. Он вроде с союзником воюет, то есть у него ресурсов не так много, и в центр он тоже не вышел. Это неплохой шанс. Продаем. Призыв завершен. Мы готовы. Улучшение завершено. Ботинки всем приобрели. У тебя прозрение. Ждем следующего. Шидер, ты чё? Давай, собирай лу. Нужно действовать. Я готов. Приказывай. Зло где-то рядом. Мы готовы нанести удар. Улучшение завершено. Доверься мне. Алан хоть и сидит, видите, на базе, но он на халяву здесь строит, оказывается. Ну, добывал с базы центральной. Я бы оставил здесь Бладмейджа. О, он телепортируется. Ничего себе, будет сражаться, что ли? Непонятно, чем он собирается сражаться. Я готов. Я поклялся. Чисто для темпа, этот. Еще один аргумент, почему вправо надо идти. Ну, его можно забрать, и людей там рядышком. Медалька жизни тоже можно взять. Апгрейд пошел. А, вот оно что, Михалыч. Хорошо, что сделал этот Старфолм. Нужно действовать. Мы готовы нанести удар. Ага. И это, кажется, Роди как раз. Вроде. Нужно действовать. У него очень хорошие, помните, герои. Я устал от праздной болтовни. Ага. Ну и надо сюда выходить. Я готов. Самый хороший момент, чтобы попытаться его по-быстрому убить. Мы готовы нанести удар. Было много. Таурен, Димка и Саура еще шипов. Может быть, мы добавим еще производство. Может быть, выйти из лимита стоит.
думаю, пора. Класс. Фатма просто отъехала сразу. Где да блин. Моя кровь? Серьезно. Проси, что хочешь. Приказывай. Моя дочь, ко мне. Боги не согласны. Мы готовы нанести удар. Надо высасывать ману у Таурена. Надо закупить еще один свиток лечения, как минимум. И выходить его убивать, пытаться. Я поклялся служить Нерзулу. Доверься мне. В путь. Нужно призыв завершен. Я готова. Я не успел ни телепорт прожать, ничего сделать. Призыв завершен. Нужно действовать. Доверься мне. Доверься мне. Мы готовы нанести удар. Нужно действовать. Я готова. Поехали. Проси, что хочешь. Мы готовы нанести. Че, ну волк, а то под ульты не берешь. Нужно действовать. Да, Пентыч. Привет. Ну бас. Пентыч. Короче, уроди, это третья база. Вроде. Мне нужно сейчас на нижнюю нычку идти. То есть не лезть к нему на мейн, а идти как раз нычку убивать. Что у него добычи нормальной нет. Проси, что хочешь. Мы готовы нанести удар. Наш рудник почти исчезнет. Доверься мне. Приказывай, я устал. Мы готовы нанести удар. Он очень здесь не прав. Минус весь воздух у него. Ну, большая часть, окей. Так, здесь надо будет флеймстрайк делать. И вот эту вот всю тему накрывать. Сразу спровоцируем его. Козлик умирает. Вроде пишет ГГ, отлично. Хорошо, никого особо не потратили. Самое главное... Самое главное, что... Что избавились от противника потенциально опытного с хорошими героями в лейте. То есть сейчас, ну, Дима, там, Таурен, это может стать дикой проблемой. Очень хорошо здесь воровались. Что дальше? Ну, медалька неплохо. Я готов. Мы готовы нанести удар. К твоим услугам. Мне еще лич без этого, без дарк ритуала. С ним маны не хватает дико. Просто армора не хочу использовать. Надо переучиться личом, друзья. Ну, серьезно, практичнее будет. Ричинг. Вот Ричинг битый. Здесь убили, и там убили. Окей, ладно. Нужно действовать. Я готова. Проси, что хочешь. Я готова.
Проси, что я хочешь. Мы готовы болтовни. Я покорялся. Давай так пока что. Призыв завершен. Да свершится предначертанное. Призыв завершен. Призыв завершен. Призыв завершен. Склоняюсь перед твоей волей. Да, Ричинг своего соседа убил, но мы видели, что у него не так все хорошо с героями. А что по центру? Случайно он не поставил здесь базу? Поставил, хорошо. Бедолага. Понял. Был неправ. Наверху базу другого хумана. Надо Ричинга пытаться добивать. Буоник, здравствуй. Чего желает мой повелитель? Исполню с радостью. Нельзя сотворить. Он в радовышками застроен. У нас есть Flame Strike, Dark Death and Decay и Starfall. В целом, можно. Он сейчас слева собирается базу ставить. Феникс появляется. Феникс жесткий. Где призыв завершен? Завершен. Я готов. Нужно действовать. Призыв завершен. Призыв завершен. Он делает вертолеты. Что, кстати, может стать проблемой. Мне нечем вертолет убивать. Подставился знатно. Там есть сало, которое весьма неплохо про это самое. У меня только один свиток лечения. То есть я довольно... плохо буду сражаться с этим. Да. Жесть какая здесь. Вообще. Массовый телепорт, блин, какая грязь. Видели? Я жажду служить. Да, седьмой Ториан пят. Ну, Йохиро Маздай, конечно, самый здесь жесткий. Такие герои дикие. Очень дикие герои. И по уровню, и по типу Архмаг, Паладин, Таурен. Ё-моё. Жизнь занесла. Нужно действовать. Доверься мне. Ну, здесь развалился. Хотя и у него лимит-то тоже поубивал. Но в целом, разбил он был не очень. Так, этого лучше на хил, а этого лучше на ману оставить. Я поклялся. Ясь. Мы готовы нанести удар. Проси, что хочешь. Так, что делать там?
Хумана по часовой стрелке выносить, базу здесь занимать, видимо, да? Я готова. Доверься мне. Видимо, да. Нужно действовать. Пытаться затариваться еще на грейде 3-3, но толку немного. Я жажду служить. Я бы здесь прогрейдил вышки, просто массово. Ну, это мейн. Нужно действовать. И Патма уже с этой. Ой, да ладно. Слышишь? Сейчас. Страшно, да? Вот так вот. Ну-ка, отступил. Когти плюс 12. Я бы руны, наверное, взял. От Нюка там против Паладина, против... А то столько проблем будет с... Кстати, Паладин, Таурен в одной команде. Там и аура, и хил постоянный. Это будет крайне сложно. Он, скорее всего, здесь восстанавливает базу. Скорее всего, на 6 часах тоже. А и Хиру Маздай уже здесь. Он на мейне у меня. Вот это плохо. Что, он полезет, что ли? Склоняюсь перед твоей волей. Так, может, еще зиггурата сюда добавить, а? Я готова. Нужно действовать. Где мы готовы уничтожить? Да, блин, Таурен, Паладин. Архмаг. Еще на шейды может телепортироваться. Я готова. Так, а давай-ка проверим хотя бы, где у него мейн, для того, чтобы... А то сову я так и не пускаю, как надо. Личевка. Наверное, на фокус все-таки надо брать боевые когти пока что. Я жажду служить. Твоя воля исполнится. А, он там еще одного убивает. И вот это я бы хотел взять сейчас сзади. Сзади напасть, чтобы этого убить чисто ради экспы. Главное, мне затогнать его хотя бы. Погнали. Раз, два. Что, он не собирается валить отсюда, что ли? Большая ошибка. Архмаг упал. 2 левелапа, 3 левелапа. Ну, это очень правильное решение было тактически. Очень правильное. Прям, прям Потери 2 лимита. Профит колоссальный. Получили опыт и на одном, и на втором. А так могли оставить человека, который бы еще своих героев под... подтянул. Понимаете? Добиваем эту нагу. Фокус очень хороший. Может быть, даже попробовать палочь там шатнуть. Вот. И мы собрали почти 2 уровня ко всему. Представляете? Почти 2 левела подняли. Это ли не круто? Я думаю, может быть, даже попробовать забить на Хумана снизу, а пойти вот на... Ну, занять здесь базу. Пока он там восстанавливает героя, пока у меня есть какое-никакое... по времени, не то что преимущество, а просто есть окошко, что пока он здесь не укрепился, эту центральную базу ему что-то надо. Тем более он занял уже 3 центральные базы. 3 центральные базы, Карл. А он уже телепортируется. Ой, плохо. Турен 8. Там паладин у него уже все затаренный. Я
минус лич. Я готова. Не заставляй. Мы готовы нанести удар. Я готова. На нашу базу напали. Наш рудник истощен. Войска атакованы. Здесь придется. Поздно ко мне эта идея пришла. Очень поздно. Доверься мне. Это было раньше. Так я и думал. Я готов. Войска атакованы. Ай, накормил я его. Там и закупка конская у него. Киврианты. Да, повелитель. Твоя воля исполнится. Киврианд. Мы готовы нанести удар. Наши войска атакованы. Нужно действовать. Да. Да, не жесткие герои, друзья. Очень жестким надо. Что-то придумать, либо какой-то дикий фокус. Либо забить, пытаться. Ну, у него и так три центральные базы. Мне, видимо, надо постоянно на него отправлять, как только он сваливает, наносить удары, укрепляться на той базе. Палыча я не убью. Я могу попробовать убить просто фокусом. А Ричник восстанавливает здесь базу, которая мне очень нужна. Понимаете, очень. Склоняюсь перед твоей волей. Где прольется моя кровь? Доверься мне. Мы готовы нанести удар. Я жажду служить. Да, он закупается еще. Там ауры такие. Получи хрен убьешь, 1700. Нужно действовать. Доверься мне. Я готов. Проси, что хочешь. Чего желает мой повелитель? Мне герои хуже по уровню. Жизнь за Нерзула. На нашу базу напали. Ага, понял тебя. Твоей волей. Доверься мне. Чего Зиграта жалко. Да, и меня будет долбить этот снизу товарищ. Где прольется моя кровь? Я готова. Мне нужно как-то... И с ним справиться, третью базу отвоевать. И при этом... Как-то с андедом... Да не, я не знаю, как здесь быть. Я не знаю, как быть. А, он воюет с кем-то. Hero Must Die убивает этого. Да нет, тут просто стан и до свидания. То есть свалить. Верм кое-как уходит. Я жажду служить. Завершён. Призыв завершён. Я готов. Жизнь завершён. Хрен его прозводишь еще, учитывая Архмага с массовым телепортом, представляете? Выхожу из лимита. А толку мне от этих денег нет, если... Нужно действовать. Я готова. Прекрасно. Мы готовы нанести удар. Нужно действовать. А, и он телепортируется старый сразу. Я готова. Мы готовы нанести удар. Нужно действовать. Я буду твоим наказом. Ну и тут проблемы. Да, герои. Герои жесткие. Я хочу за счет фокуса, за счет ауры что-то сделать. Но в целом не вижу вариант. Ну мне не убить просто ни паладина, никого здесь. Ни паладина, ни таурена, ни архмага. Никак. Просто ни... Правильно, как. Тем более таких вот плотных. Доверься мне. Тем более. Мы готовы нанести удар. Надо ловить момент, когда он начнет сражаться с этим, со следующим. Я готова. Ну, типа идти сюда, убивать базу. И в этот момент пытаться нападать. Склоняюсь перед твоей волей.
короче, хитро подгадать момент этот самый. Ай, да ладно, ты просто будешь... Ладно, погнали. Ничего не боится. Чего ему бояться, правильно ведь? Массовый телепорт. Куда, интересно? На Шейду, на мейн куда-нибудь? Нет. Ну, погнали тогда. Где у него мейн? Мейн у него вот здесь. Склоняюсь перед твоей волей. Твоя воля исполнится. Нужно слуга. Ага. Да сетки. Я очень битый. Верму, и поэтому надо было телепортироваться. В целом я там хорошо посражался, но, к сожалению... Да, его мало здесь. То есть вермами он мне контрить не может. Земля — это то, что может мне помочь в борьбе с... Нерубка, нерубка. Решаем сюда. Жалко, что курса. Массовый телепорт опасно. Ну поехали, поехали. Хорошо. Капец, какая грязь. Ну. Есть минус архмаг. О-о-о! Как же вермы помогает мне. Да, он, правда, мне лимит тут посливал. Но в целом я могу, по крайней мере, убить ему. Чувствуете? И не совсем понятно, что ему делать. Если он гарг будет делать, то там ново сразу и другой разговор будет. Нельзя сотворить здесь. Нельзя сотворить здесь. Ну и мы потихонечку отвоевываем центральную одну базу. Будем подходить сейчас на центральную вторую базу. Просто Труша Таура, арба. Все равно у мага мы там 1500 хп сняли. Плюс то, что... Палыч ему лечил каждые 5 секунд. Тоже сняли. Нужно действовать. Ой, почему у меня... Я думал, что у меня нет ауры. Проклятые ждут приказа. Не заставляй меня ждать. Я готова. Боги не согласны. Я готова. Доверься мне. О, сейчас можно было... Я не успею. Можно было убить Таурена, если бы мне хватило. Ой, да ладно! Ну и там этот товарищ активизировался, гад. Приказывай. Мы готовы нанести удар. Проси, что хочешь.
Ну и что делать? Сейчас, если второй активизируется, долбить меня будет вместо... Я на два фронта точно не сдюжу. Он еще ж наверняка здесь базу построил. У меня денег нет просто. Я не могу и там, и тут, вашу маму, понимаете? Нужно действовать. Чего желает мой повелитель? Проклятые ждут приказов. А инкома-то нет уже. Деньги заканчиваются. Черт. 2600. Наши войска атакованы. Не строю Рогаргим. А, он Вермов переманивает мне, рейнджик. Блин, нашел он кого. Я не могу здесь с вермами сражаться. Где да, пока я пытался ослабить основного, он второстепенный, мне тут свинью подкладывает. Надо укрепиться. Что эту базу надо сдавать, эту базу надо сдавать. На нижнего, естественно, я не могу уже больше идти. Мы готовы нанести удар. Здесь просто повысасывать остатки. Проклятые ждут приказов. Я готова. Я бы тебя заслужить не разул. Нужно действовать. И уже там две центральные на две центральные с тем воевать. Да, сложновато. Кто говорил, что будет легко? Кажется, блин, Даггер тут самое лучшее, что можно придумать для Лича. Есть инвестиции в вышки. Мы пытаемся просто отбиться, надо... Вызывать постоянно сову. Ричинг собака еще здесь нычку сделан. Посмотрим, может его... Да-да-да, его как раз покарал андед. Все, я не буду с андедом воевать. Надо идти и ричинга убивать просто и все. Последить за ним потихонечку и избавляться от этого фактора. Да, он менее опасный, но если он будет четко против меня работать, то... Мне он не нужен. Поэтому я даже сейчас не пойду на андеда, учитывая... Да, пусть долбит. Разница между 9-м и 10-м по уровню уже не значительная. Доверься мне. Я готова. Нужно действовать. Пусть убивает. Я могу рядышком находиться, чисто чтобы ворваться в тот момент, когда уже будет понятно, что Риченко все. Хорошая тема. Чтобы одного отогнать, а другого добить. Мне-то нужны все-таки 10 уровни. Призыв завершен. Проклятые ждут приказ. Призыв завершен. Нормально. Нужно действовать. Базы больше не осталось, да? Я готова. Я хотел бы проверить на всякий случай вот эти вот дальние шахты. Вертолеты вообще чистый контракт тому, что есть у Ихир Мазда, и такое количество вертолетов может реально внести перевес. Доверься мне. Скоро ворвется. Как только избавится от большей части вышек, ворвется. 100%. Не нужно его отогнать. И... Ждут приказов. Мы готовы нанести удар. 1700, может быть. К
кстати, вполне вероятно, что может быть. Но нет, не хватает. Он там Вермаму его переманил, гад. Я готова. Мы готовы нанести удар. Я жажду служить. 6 косарей, это хорошо. Мой повелитель. Нужно действовать. Я жажду служить. Я даже сюда сразу подвел. Твоя воля. Нужно действовать. Акалита. Хорошо заливает. Ну все, меня вполне устраивает эта тема. То есть я, по крайней мере, качаю тоже с двух центральных, укрепился на северный, посмотрел, где... Так, я Hero Must Die еще поставил здесь базу. И... Архмаг заливает, давит. Но тайминг должен быть правильным мне здесь. Что я, например, с Хуманом сейчас не справлюсь. Мне нужно ворваться, когда они друг друга уже немножко поубивают. Тогда я смогу сдюжить. Что сейчас тот же самый Хуман, кстати, выигрывает. Ну там реально больше 100 лимита у него. Ну или где-то соточка. И отбивается Хум, представляете? Моя кровь. Да, мы готовы нанести удар. Отбивается. Нужно действовать. Я готова. Наш рудник склоняется. Так. Нужно действовать. Да. Отбивается, гад. Призыв завершен. Чего желает мой повелитель? Доверься мне. Я готова. Да, это... Мы готовы нанести удар. То есть они остаются в игре все-таки, да? Я готова. Проклятые ждут приказов. Доверься мне. Жизнь за Нерзула. Да свершится предначертанное. Нужно действовать. Заливает престов. Вертолеты очень битые. Вот это уже прям пограничное состояние. Может мне сразу из лимита выйти? Плюс три верма как-никак. Давай. Я готова. Хороший момент. Мы готовы. Это все вермами убивается. Вертолеты очень битые. Доверься. Достаточно будет просто... Заставить телепортироваться одного и при этом добить второго. Наш рудник истощен. Блин, я как такое? Так, зря я сделал. Иди сюда. Есть подозрение, что здесь у Хумана еще база. Поэтому он все еще держится. Я готова. Мы готовы нанести удар. Доверься мне. Подтягиваемся потихонечку. Проклятые ждут приказов. Или я справлюсь с этим? Проклятые ждут. Чуть-чуть приказов. Бы еще. Ой, там такое все битое. Давай, вермов дожидаемся. И уже можем врываться. Нет, пора. Сейчас будет с разных сторон, смотрите. Приказывай. Нужно действовать. Я готов. Я готова. Просто. Погнали. Давай. А он. Отлично. Погнали. Все, от одного отогнали. Второго идем убивать. Стерфол. Где?
мной заставить его выйти. Гега, есть. Сейчас есть шанс вообще убить. Ричин клевает. Здесь у нас уже база есть. Где прольется моя кровь? Сюда идем. У меня 10-9-9. Добавляем вермов. Нет, это не нужно. Сюда можно сходить. Я готов. Мы готовы нанести удар. Приказывай. Я устал от праздной болтовни. Нужно действовать. Проси, что хочешь. У тебя прозрение. Нужно действовать. Он сейчас выходит из лимита, но у него собирало две центральные базы. Я сейчас доделал... Сделал еще под шумок нижнюю эту. Занял его центральную верхнюю. Ага. Сейчас надо проверить. Вообще надо подхиляться было, конечно. Мы готовы нанести удар. Призыв завершен. Нужно действовать. Шреддер пошел. Это, видимо, гарк он делает массу. Он лимит сбагривает. Ну, мне гарк нужно кайтить, то есть новый и этим, и фениксом. Зачем я перевызвал феникса, кто бы знал. Склоняюсь перед твоей волей. Доверься мне. Пачка вермов. Он продает все. Я жажду служить. Я готова. Улучшение завершено. Мы готовы нанести удар. Ну, лечусь. Ах, подождите, он сейчас будет... Наверх, видимо, да, телепортируется. Доверься мне. Во имя богини. Я готова. Приказывай. Мы готовы нанести удар. Я устал от праздной болтовни. Нужно действовать. Нужно действовать. Мы готовы нанести удар. Я поклялся служить нерзу. Он телепортируется, я не должен сражаться. А, он сеточку сделан. Ну, у меня деньги собираются. У него всего одна база осталась. А у меня как минимум две. Поэтому лучше, лучше. Пока не торопиться. В идеале надо принять его на атаке, вот на такой какой-нибудь. Но все равно там 10-й паладин. Да ну нафиг. 9-й архмаг. Не, жестко. Как мне это убивать, не понимаю. 10-й Таурен еще. Там все под аимшой. Потом, да, уже Таурен влетал. Я уже чувствовал прям, что не прав в этой ситуации. О, какая грязь. Вы чего? Не-не-не-не. Ладно, погнали. Как он там горит, капец. А, не-не-нет. Да, я не прав, конечно.
там Патма улетает. Отдаю базу. Ну, там мало осталось, конечно, в этой базе. Твоя воля исполнится. Исполню с радостью. Жизнь завершится предначертанная. Я поклялся служить. Нет времени, чтобы с Патмой там... Надо его восстанавливать. Наверху мало денег осталось. 1600, надо бороться вот за эту базу. Он, скорее всего, ее будет штурмовать. Нужно уже думать, как защищать ее. Какая жесть. Воу. А дальше-то что? Давай здесь проверим. Еще надо проверить периферийные другие базы. Вдруг где-то остались ресурсы. Надо сваливать нафиг. Ну, денег у меня уже нет. Там заказ хороший, но... Есть. Блин, там такой, такой жесткий дамаг заходит. Минус Blood Mage. Воскрешает. Просто дичь! Как против таких героев играть? Склоняюсь перед твоей. Как? Как? Да, повелитель. Отменяю здесь Вермова, заказываю здесь новых. Я готова. Доверься мне. Ну, я жду Blood Mage. Не, я много убил, я у него опять лимит убил. Ну, здесь у него база закончилась. Вопрос в том, сколько он успел денег накопить. Сейчас восстанавливаемся. Нужно. Дальше защищаемся здесь. Что здесь один с косарей. О, гарга. Опять банши, опять финды. Я жажду служить. Освобождаем лимит. Свершится предначертанное. Мы готовы нанести удар. Столько контроля, я не успеваю. Улучшение завершилось перед твоей волей. Нужно действовать. Доверься мне. Восстанавливаюсь. Мы готовы нанести удар. А все равно вермы нужны. Доверься мне. Поехал. Убираем. Архмаг выкуплен в таверне. Угу. Мы готовы нанести удар. Я горю, выходит Blood Mage. Чего желает мой повелитель? Убираем лишний лимит. Я готова. Нужно действовать. Мы готовы нанести. Гаргу мочим. Я готова. Сейчас надо держаться мейна и вот этой базы, потому что эта база нам дает добычу хорошую. Доверься мне. Я готова. Нужно действовать. Доверься мне. Он, скорее всего, будет ставить здесь базу. На нашу базу напали. Мы готовы нанести. Я устал от праздной болтовни. Нужно действовать. Я готова. Доверься мне.
Ну, тыкать надо сначала финдов и баншей, потому что они быстро от новой, от флеймстрайка уходят. Не, не ставят базу, странно. Странно. Но слева база тоже у него закончилась, насколько я понимаю. Я готова. У нас 100 лимита вермов. Сто лимита вермов. Третья аура, арба, новым. Нужно действовать. Но вопрос, сколько у него денег. Что-то, как вы видите, у меня тут есть проблема. Я готова. Доверься мне. Я не вижу у него лимит. И учитывая то, что у нас есть мега вот эта вот база за... Возможно, есть даже шанс на победу. Может, сделать стрелку, а арбу передать какому-нибудь Бладмейджу, а? Ну, типа, плюс 30 урона, как-никак. Там вермы плюс, там, плюс 40 урона, 32-37. Так, в целом что? Ну, в целом он должен действовать. Либо здесь ставить базу, либо... Либо штурмовать нижнюю, но... Надо. А, слушайте, у меня же баниш есть. Я же могу банишем. Банишем... Ну как это сделать? Как же это сделать? Давайте. Убиваем здесь нычку. Строящуюся. Он все-таки достраивает по мелочи, но достраивает. Идет вниз, дестрей. На нашу базу напали. Мы готовы. Погнали. Погнали. Нужно действовать. Фух. Ну, беру телепорт. Денег у меня, как вы тоже, как видите, тоже не особо есть. Я готова. Богиня согласна. Доверься мне. Нужно действовать. Мы готовы нанести удар. Не заставляй. Мы готовы нанести удар. Как же он здесь не прав? Доверься мне. Я устал. Ладно, погнали. Я поклялся служить тебе в разрении. Доверься мне. Так я и просишь. Мы готовы нанести удар. Вообще правильно я сделал все. То есть я убил огромное количество армии у него. Вот. Я готова. Доверься мне. Я готова. Но, к сожалению, я должен снова возвращаться. Да, хотел вермов успеть подлечить. Капец. Мы готовы нанести удар. Я готова. Нужно действовать. Во имя богини. Где-то рядом. Не заставляй. Да, вермы разваливаются. Ай, Бладмейдж. Да, еще резурект. А, не, не справлюсь. Ну, слушайте, Таурен, Палыч, Архмаг. Здрасте. Здрасте и до свидания. Нужно действовать. Прекрасно. Я готова. Доверься мне. Я готова. Вперед! Продавит гад. Нужно больше золота. Слишком много его. Путь. Нужно действовать. Нужно действовать. Мы готовы нанести удар. Не сможет просто запрыгнуть. Там даже вейв ушатывает меня. Даже вейв ушатывает. Вон, бах, и все. ГГ.
Да, но игра хорошая. Игра очень хорошая. За счет сбора ресурсов у нас по очкам даже получилось больше и по армии, но... Но, блин, герои жесткие. Ох. Спасибо, друзья, что смотрели уже почти час.